Не откладывая дело в долгий ящик, в первый же день выборов проголосовал и ныне действующий депутат Госдумы Константин Затулин. По месту прописки его избирательный участок находится на улице Конституции. Депутат признался, несмотря на то, что на выборы он приходит не впервые, каждый раз это событие волнительное. По его мнению, конкуренция всегда идет между теми, кто хочет быть, и теми, кто хочет и может быть депутатом Госдумы. Я призываю всех принять участие, сделать свой выбор. Я сейчас ни за кого не агитирую. У нас сейчас агитация в день выборов запрещена. Но я призываю прийти, потому что, приходя, вы делаете свой выбор, активную жизненную позицию. Если вы его не делаете, то тогда, получается, вам все равно, что будет происходить не только с Государственной Думой, но и в целом со страной. Этого не должно быть. Вместе с депутатом на избирательный участок также пришли и его супруга, дочь и одна из трех внучек, которая пока что еще не голосует. Но своим личным примером Константин Затулин решил показать ей важность такого мероприятия.